Вот мы здесь мостик Володя делали, посоединяет канал. Ну и вода течет, утекает вода. Теперь мы можем поднять, он был сухой, вал. Я сегодня тут искупался. Вода теплая, не то что там холодная, а теплая. Вот он сейчас берег этот выправит. Наш Виктор второй называем. Это вот самый соединительный канал, который зимой канали они. Канали. То есть копали. Копали. Он говорит, затвердевший, ничего не сделает, вода идет поверху. Перекрыть, поднять повыше хотя бы на полметра. Да, рванулась.
Вот так все делается. И городской ничего этого не знает. Этот канал копали зимой. Мы показали в роликах. Вот какая его глубина. Вот здесь глубина его, ну сколько там? Ну, не менее как 4 метра. Ну а дальше тут может быть 3, 2. Виктор, все, постановите, нет, больше не надо, пока все. Все, больше не надо, уходим. Хватит, все, все, все на этом, все, не надо больше ничего. Нет, не надо, пускай так. Вы утонете там, утонете. Я боюсь за вас. Поехали! Надеть толкушками, иначе высоко будет!
тонете еще! Ну, смотрите! Я не хочу больше... Он видит? Мастер, а я-то так, профан в этом вопросе. Все, уходи оттуда!